I feel in my spirit that if there is anyone, quickly testify what happened to you, if you're healed and so on. Would you like to testify? И просто, ну, в сердце своем там чувствую, может быть, если кто-то, есть какой-то человек, который хочет сейчас засвидетельствовать о том исцелении, которое вы получили вчера. Testimony encourages. Потому что свидетельство воодушевляет. Могу сказать, что вчера так случилось, что моя супруга заболела сильно, ну, грипп. 40 с утра, даже уже позавчера вечером, и целый день она вчера, ну, температура не падала. И я пришел сюда с верой, что Бог коснется в исцелении ее, она дома, я здесь. И во время молитвы за людей я просто простирал свою веру в молитве за Светлану. И приняв это помазание, я пришел домой, возложил мне руки, буквально через 15 минут температура начала падать, и к утру она сегодня без температуры. Аминь. Одни сутки. Я скажу, это чудесно даже с той стороны, что я знаю этот грипп, этот вид гриппа. Сейчас очень сильно многие люди переболели, и по несколько дней под 40 температурой, и не падает. За одни сутки у Светы все изменилось, потому что Бог вмешался в эту историю. Я свидетельствую об этом. Слава Господу. Аминь. Еще кто-нибудь? Anybody want to testify? Кто-нибудь еще хочет? Кто-то? Ну, поднимите руку, если вы хотите, то кто-нибудь. Нет? Кто-нибудь? On, Пусть, давайте, shy, не стесняйтесь. Это ваша возможность. Я тоже на прошлой неделе, в общем-то, прихватил вирус гриппа, и у меня очень сильно крутили ноги. До такой степени, что я ночью не могла спать. И вы знаете, вот сейчас, когда начали говорить, я поняла, что сегодня ночью у меня вообще, то есть, я вот сейчас понимаю, что у меня ноги исцелены, ничего не болит. Я вчера вот просто грохнулась под силой Божьей, и я верю, что я получила исцеление. Потому что ничего не болит. Еще один, человек. Кто достаточно смелый, чтобы... Будьте благословенны, хочу засвидетельствовать об исцелении спины. Примерно 5,5 лет назад у меня ущемился седалищный нерв во время беременности. И все это время, как бы, ну, периодически спина то воспалялась, то, ну, в общем, полностью не проходила никогда. И вчера, ну, первая была, как бы, молитва за спину. Я стояла там на заднем ряду, и, ну, на меня возлагали руки. Я сразу почувствовала, что произошло исцеление. Ну, думаю, проверю еще с утра. Потому что с утра обычно бывает, ну, самое сложное время, когда встаешь, не можешь ни согнуться, ни разогнуться. И сегодня утром, ну, я подскочила, ребенок заплакал. Я побежала, я понимаю уже на полдороги, что мне, ну, просто ничего не болит. Слава Богу. Praise the Lord. Слава Господу. Well, God is good. Господь благ. Аминь. Выйдите, засвидетельствуйте. Quickly come. Быстренько, если можете, так. We need to give God the glory. Нужно Богу славу воздать. What God has done. Того, что Бог сделал. All right. Здравствуйте, дорогая церковь. Мне очень долгое время беспокоился седалищный нерв. Ну, сейчас в моем положении. Мне он, ну, как сильно болело, не могла ни на спине лежать, у меня отнимала левую ногу. Я не могла ни наступать на нее, ну, были, ну, как сильные боли. Вчера получила исцеление, ну, решила испытать. Сегодня утром встала, нормально, ничего не тянет, хожу, все хорошо. Утром пошла, помыла голову, все, слава Богу. Спасибо, Иисус. Аллилуйя! Знаете, и... Jesus heals, amen? Anybody else? Еще кто-то? Quickly. Кто-то, кто Come хочет on. Засвидетельствовать. It's time to testify. Oh, this lady is beating you to it. Come on, it's okay. Здравствуйте, дорогая церковь. Я в течение недели не могла спать. Меня пекла позвоночник и поясница. Это было что-то. Вчера, перед тем, как вот перед возложением рук, я почувствовала, что... Ну, я ничего не почувствовала. Я сидела уже, не слышала этой боли. И сегодня, да, я вот спала всю ночь спокойно. Вот, я благодарна Господу, благодарна пастору Ли, через которого действует Господь. Боже, спасибо тебе, хвала и слава. Аллилуйя! Come, you testify. You stand with me and testify. What happened? Вчера, скажем так,
У меня во время покаяния, когда Джеймс говорил по поводу того, что вы можете выйти покаяться даже те, которые уже давно пришли к Богу. И тут меня накрыло, я почувствовала, что надо идти. Я вышла, и потом у меня не было, ну как, я знаю, что Бог меня прощает, но я не чувствую этого. То есть я не могла сама себя простить. Потом я подошла к своему пастору, пастору Максиму Стрельцову. Мы вышли с ним, начали разговаривать и нашли причину. У меня была обида на одного из пастырей, ну не этой церкви, другой. И в этом было все, все, в этом вся, весь корень был. Я не могла, то есть сюда когда-то приехал пророк Леон, это было много лет назад, и тогда он пророчествовал того, что это был у меня последний шанс, и мне Бог дает еще. Вот, и меня грузило то, что когда он приехал, и вот сейчас приехал Джеймс, ничего практически со мной не изменилось. И у меня вот было состояние того, что я сейчас вот закончу служение, пойду повешусь, либо под машину брошусь, либо вены вскрою. Ну, короче, самоубийство там конкретное было. И благодаря молитве, которую начал пастор молиться за меня, потом начал выходить, они начали, бесы. То, что было со мной происходило, это объяснить не могу, потому что это было очень страшно, я не могла с собой ничего сделать. Бесы мной овладели полностью, телом, голосом, вплоть до силы даже. Это даже, по-моему, пастор Влад с пастором Максимом могут подтвердить. Вот. И, короче, все это закончилось. Благодаря пастору Максиму, пастору Владу, всех, кто за меня молился, Джеймсу огромное спасибо. И тут я сейчас, вот я почувствовала легкость. Знаете, вот как у кого были нарывы, вот знаете, когда стержень выходит? Знаете, такая пустота. И вот эта пустота, она сейчас во мне. Я хочу, вот, оно все опустошилось. Мне надо, чтобы вышло полностью вот это все. Гной, вот это вся, вот это, то, что было во мне за много лет, я хочу, чтобы оно высвободилось из меня во имя Иисуса Христа навсегда. И заполнить всю эту пустоту Духом Святым во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава на Бог! Слава Богу! Я хочу, чтобы вы понимали. Она дочь царя. And she is one of your daughter. И одна, также одна из ваших дочерей. I want you to get to know her. Поэтому познакомьтесь с ней. I want you to invite her. Приглашайте ее. Have a lunch with her. Обедайте с ней. Станьте ей другом. Because there are too many lonely young people like her. Потому что есть очень много одиноких и молодых людей, she как needs она. A spiritual mom and dad. Ей нужны духовные мама, папа, духовные братья и сестры, who can love her, которые могут любить ее, make her feel safe, которые могут отдавать вот это чувство безопасности, make her feel loved, которые будут давать ей понять, что ее любят, чтобы она была исцелена, and she can be filled with the power of God, чтобы она была наполнена силой Божьей, and she can be mighty soldier to save many young people, чтобы она была сильным солдатом для спасения другой молодежи, которая отвергнута, изранена in Ukraine, в Украине, to be free, чтобы они были свободны. Протяните руки сейчас свои к ней, пожалуйста. We're gonna pray for her. Мы за нее помолимся. Lord Jesus, Господь Иисус, we thank you, Lord, for setting her free. Мы благодарим, что ты ее освободил. Now baptize her with the Father's love. Крести ее любовью Отца. And ignite her with the Holy Fire. И зажги ее огнем святым. And raise her to be a mighty soldier for the glory of God. И подними ее сильным солдатом для славы Божьей. And use her to save many broken young people, ее для того, чтобы young girls, исцелять многих молодых людей, которые отвергнуты, связаны оковами сатаны. Give her authority. Дай ей власть. Give her anointing. Помазание. Give her power. Дай ей силу. Give her your love. Дай твою любовь. To minister to them. Служить for им your glory. Для славы твоей. In Jesus name. Во имя Иисуса. In Jesus name. And Lord, help her to speak English. Помоги ей говорить, научиться по-английски. Send her to the nations. И пошли ее в народы. To witness your victory to the world. Чтобы она могла свидетельствовать о твоей победе в мире. Я помазываю ее во имя Иисуса. And bless the Lord. И благословляю ее во имя Иисуса. Amen. Аминь. It's okay. Just leave it there. She's resting. Somebody else. Somebody else. Okay. Будьте благословены, церковь. У меня два свидетельства. Одно свидетельство то, что Господь освободил меня от страха. У меня в последнее время, когда я смотрела эти телевизионные передачи, об войнах и все, сострадала людям. И утром я просыпалась о смерти. Вот он меня преследовал, этот дух.
Я получила именно свободу от страха смерти. А второе свидетельство, то, что ну, долгое время у меня ну, недержание было. Я не могла ну, добежать до туалета, мочевой пузырь не держал. И я сегодня просто стояла, ну, просто прославляла Господа. И я спокойно дошла до туалета, слава Богу. И слава Богу, Господь исцелил мой мочевой вот пузырь. Я благодарю Господа. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Слава.